30 октября торгово-развлекательный центр «Маримолл» объявил о старте уникальной акции. Совершая покупки до 15 ноября, посетители становятся участниками розыгрыша интересных и увлекательных подарков. За каждые 2000 рублей в чеках предоставляется купон. Обменять чеки на купоны можно на стойке «Фэшн Дни» в «Маримолл» в центральном атриуме торгово-развлекательного центра. Главные призы акции – сертификаты на шопинг в «Маримолл». Кто из посетителей торгового центра сможет безболезненно для собственного кошелька обновить гардероб или приобрести другие необходимые товары на 10, 20 или 30 тысяч рублей, станет известно 15 ноября. А приятным дополнением к празднику станет концерт выпускницы «Фабрики звезд-2» и участницы Всероссийского Евровидения. Евгения Рассказова выступит с композициями из нового альбома «Нравилось жить не по правилам». Она уже приехала в Сочи и с нетерпением ждет встречи с гостями торгово-развлекательного центра «Маримолл». Всем привет! Я Евгения Рассказова. С удовольствием хочу пригласить вас на свой концерт в этот прекрасный торговый центр «Маримолл», самый большой в городе Сочи. Начало концерта 18 часов. Произойдет все это 15 числа. Обязательно приходите, я вас жду. Будет много ценных призов, розыгрыш, подарков. В общем, будет вот так. Новая акция от «Маримолла» стартует уже 17 ноября. До конца месяца более 100 магазинов приятно обновят свои ценники, предоставив клиентам уникальные скидки осени. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ».